Шумел камыш, деревья гнулись. В четверг в Славянске на Кубани дала о себе знать наступающая зима. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Значительно похолодало. Прохожие зябко ежились. Сбивались в стаи и ютились поближе к берегу утки. МЧС Кубани объявила экстренное предупреждение. В ночь на 22 ноября ветер может усилиться до 20-25 метров в секунду. В единой диспетчерской службе Славянска на Кубани сообщили, что происшествий, связанных с усилением ветра, зарегистрировано не было. Ситуация держится на контроле. Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны и осторожны.